Лазерная коррекция – это хирургическое лечение этой патологии. Лазерная коррекция осуществляется, во-первых, когда пациент подошел к возрасту 18-летия, при условии, что у него хотя бы последний год проблемы не нарастают, они не меняются, они остались уже стабильными. Значит, лазерная коррекция не имеет срока. То есть мы осуществили исправление рефракции, направили свет на глазное дно, естественным образом изменив кривизну поверхности глаза, роговицу, и наблюдение происходит в течение первого года более интенсивно, через месяц, полгода и в год, потому что некоторые пациенты дают так называемый регресс. Роговица – это биологическая ткань, способная регенерировать, она может немного восстановить свой изгиб и вернуть небольшую близорукость снова. Близорукость восстанавливается не вся, естественно, восстанавливается немного, 1-1,5 диоптрии. Тем пациентам, которые дают регресс, возможно провести процедуру докоррекции. На каком-то определенном этапе немного лазерной коррекции еще минус убрать. Этот регресс происходит нечасто, это 2-3 пациента из 100. 2-3 пациента могут давать ослабление зрения из-за развития основы близорукости. Остальные пациенты по нашим многолетним наблюдениям остаются в стабильном состоянии. Они могут столкнуться уже с возрастными изменениями, связанными с естественным старением. Это появление возрастной дальнозоркости, это чтение в очках, когда зрение вдали остается высоким. Это развитие старческой катаракты, глаукомы или другой возрастной патологии, которая, естественно, в том возрасте, с которой они столкнутся. То есть лазерная коррекция не имеет срока, но требует наблюдения в будущем.